Всем привет, жара просто неимоверная, не удивляйтесь, если к концу видео я растаю. За окном все еще август, но вы уже спрашиваете, что такого можно прикупить на осень. Я сама заранее запаслась и скажу так, я была очень довольна своим весенне-летним уходом. Я всем пользовалась на протяжении 6 месяцев, где-то так, ну уже сейчас 6-й, может 5-й месяц, я могу сейчас ошибаться. Ну короче, как только стало тепло, я начала внедрять свой уход. И пока что я довольна состоянием своей кожи, мне не хватает какого-то питания и отшелушивания. И это то, на что я буду делать упор в холодное время года. Девчонки, в конце сентября, когда я уже попробую какие-то средства и, скажем так, выберу план действия, я обязательно поделюсь с вами точно так же, как я это сделала весной. По-моему, весной я выпускала такое видео. Сейчас же я хотела бы просто поделиться с вами своими покупками и показать средства, которые я выбрала лично для себя. Часть я отдам своей маме. Но обо всем по порядку, даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, с того, что я успела попробовать. Наверное, так будет логично. Первые приобретения были навеяны Машей Сирт, это блогер, которая рассказывает о уходе, в основном о корейцах, и у нее я подсмотрела вот такой очень увлажняющий, восстанавливающий тоник от корейского бренда Papa Recipe. Когда я увидела, что этот бренд появился на iHerb, я сразу заказала несколько средств, но прежде чем я это сделала, я погуглила и обратила внимание на то, что именно корейские блогеры хвалят их маски, их кремы, так что сегодня вы увидите не только вот этот тоник. Итак, сама марка строит свою философию вокруг разных активных и полезных для кожи ингредиентов, именно направленных на восстановление, но самым главным является медовый экстракт и прополис, поэтому на упаковке вы всегда заметите что-то около медовое. Вот этот тоник я использовала буквально несколько раз, и то чисто ради интереса, так как моей коже не хватало увлажнения, я начала пользоваться вот этими масочками. Я купила сразу целый набор, здесь их 10 штук, сейчас у меня осталось 5. Мне они очень понравились, но если вы хотите прям питание, то все-таки самое лучшее для меня остается Too Cool for School. Вот эти вот масочки очень даже неплохие. И сначала, когда я открыла упаковку, я сразу почувствовала такой слегка медовый аромат. Если вам он не нравится, у вас аллергия на мед, то обходите эту линейку стороной. Но меня все устраивает, и вот эта маска, она не совсем тканевая. Она одноразовая, как вы можете понять. То есть что-то такое бумажно-тканевое. Она очень хорошо пропитана, она не высыхает даже через полчаса. И здесь так много вот этого экстракта, что вы даже без проблем все нанесете и на шею, и на область декольте. Мне еще и на плечи хватило. Вот эта маска имеет довольно большой размер. Мои глаза без проблем помещаются. С некоторыми корейскими масками у меня случались траблы. За 20-30 минут эта маска дает хорошее увлажнение, она как-то особенно не сползает. Вообще-то я приняла горизонтальное положение и просто отдыхала с ней. И когда ее снимаешь, то нет ощущения липкости и вот этого ненавистного желания поскорее умыться. Я пользовалась этой масочкой вечером, и утром кожа не перегруженная, она не жирная, она не какая-то опухшая. Вчера я не пользовалась этой маской, просто я слишком долго спала сегодня. Так вот. Масочка заслуживает внимания, если вы не любите всякие там жирные, какие-то такие тяжелые маски, то вот это классная, такой универсальный вариант, при условии, что вы любите все медовое. То, чем я пользовалась опять-таки несколько раз, у нас выдался целый месяц дождей и практически отсутствие солнца, поэтому я могла попробовать что-то легкое, кислотное. Это то средство, которое вы можете начать использовать, даже если вы никогда не пользовались кислотами, и уже, в принципе, в сентябре. Если вы не живете в Крыму, в Испании, где лето заканчивается практически в октябре, если вы не знаете, как ваша кожа реагирует на кислоты, то всегда выбирайте средства с низким содержанием кислот. Здесь 5% АХА-кислот, это фруктовые кислоты, они подходят любому типу кожи, и это то средство, которое вам не надо будет использовать каждый день, потому что, знаете, иногда девочки покупают кремы там сразу с 10% какой-то кислоты, потом мажут каждый день, хотя я говорю, что не надо так делать, у меня есть отдельные ролики, посвященные кислотам, но об этом давайте поговорим в конце. У меня есть несколько вопросов к вам, буду ждать ваших ответов, чтобы я тоже могла как-то структурировать материал, который мне хотелось бы приготовить для вас к осени или даже ближе к зиме. Так вот, это средство, которое наносится 2 раза в неделю, то есть выбираете для себя дни,
примеру, начните с пятницы, когда знаете, что вам не надо будет идти в субботу куда-то на работу. И если день рождения и свадьба, то тоже в пятницу не стоит пробовать. Но просто, чтобы у вас был небольшой запас времени посмотреть, что случится с вашей кожей. По сути, ничего плохого не должно произойти. Бренд Derma M тоже покупала на iHerb. Это вот такой ночной отшелушивающий гель, то есть мы используем его вечером, утром обязательно не забудьте SPF. Мне понравилось то, что у него легкая гелевая текстура и практически отсутствует какая-либо отдушка. Если не знаете, как чем-то таким пользоваться, просто умойтесь, там сделайте демакияж, дальше воспользуйтесь каким-то увлажняющим тоником и поверх нанесите вот эту штуку. Дальше уже не пользуйтесь никаким кремом, если вы уже чуть-чуть разбираетесь в составах или хотя бы можете проанализировать, насколько активны какие-то компоненты в вашем уходе, только потом что-то совмещайте. Вот эта штука очень универсальная, легкая, как я сказала, если ваша кожа привыкла к чему-то, ну, такому жесткому, да, к большим концентрациям вы не заметите никакого действия. Но если вы новичок, среднячок, то я обещаю вам, что утром вы увидите сияющую, ровную, увлажненную, такую подтянутую кожу. У вас чуть-чуть сгладится рельеф, и чем больше вы будете пользоваться кислотными средствами, особенно если вы никогда этого не делали, вы будете подходить к зеркалу и делать так: вау! Ничего себе! Вот такие недорогие средства способны так круто влиять на кожу. И после кислот поры более стянутые такие, ну вообще вся кожа как новая. Вот, так что обратите внимание, если вы не хардкорный пользователь кислот, то вы заметите огромные изменения после нескольких применений. Что-то еще, у меня давным-давно появились средства от корейского бренда Pyun Kan Yul. Это те средства, которые предназначены очень реактивной, проблемной коже. И зачем же я ими пользуюсь? Мне было просто интересно, так как у них очень короткие составы, и они настолько безопасны для чувствительной кожи, для той кожи, которая как бы нуждается в лечении. То есть, если вас от всего высыпают, у вас очень быстро забиваются поры, появляется какая-то аллергия, если у вас слишком активно выделяется себум, и вообще кожа в каком-то таком конкретном дисбалансе, вот эти вот средства очень стоит попробовать, особенно если у вас комбинированная и жирная кожа, обязательно. Слушайте, у меня нормальная кожа летом, и у меня просто началась какая-то чесотка на лице, и я подумала, чем бы таким воспользоваться, прям самым нежным. Я достала вот этот тоник, это тоник эссенция, у него слегка гелевая текстура, и мне очень нравится то, что в них нет отдушки. Ну, может, что-то прям минимум, если прям сильно внюхаться. И вот этот тоник не слишком быстро впитывается, он сразу дает классное увлажнение. И я использовала 1/3 под макияж. Прекрасно. Вот этот дуэт прям летом в 35 градусов. Фантастика, мне очень понравилось. Поры как будто стянуты, нет жирности, какой-то перегруженности кожи. И вот эта вот увлажняющая ампула. Это не то, чего ожидала лично я. Я думала, что будет прям бомбический увлажняющий эффект. Это не совсем так. Не поймите меня неправильно. Это средство дает прям крутое увлажнение, но мне хотелось чего-то прям, знаете, что создаст такую как будто защитную пленку на моем лице. Пусть эта сыворотка будет даже какой-то липковатой, я именно этого и ждала. То есть, чтобы моя кожа не пересыхала, не теряла свою влагу. А вот эта сыворотка, она впитывается, она оставляет бархатистый финиш, увлажняет и, ну вот как-то, не знаю, мне настолько понравилось, как эти средства работают и выглядят на лице, и под макияжем, и насколько моя кожа, вот знаете, и не жирнится, и при этом она не ощущает какой-то сухости, для меня это что-то новое. И я читала, что эти средства нужно наносить такими похлопывающими движениями, и только таким образом они будут лучше впитываться, и не будет какой-то такой пленочки на лице. Я мазала разными способами, скажу честно, и я никогда не ощущала ничего на лице, вот просто кроме какого-то комфорта, увлажнения и просто баланса. Классно, они не расширяют поры, иногда всякие увлажняющие штуки к этому склонны, то есть поры как кратеры,
Сегодня я не припудривалась, потому что это не имеет смысла. И, девчонки, могу сказать, что это очень универсальное работающее средство для любого типа кожи на теплое время года и особенно для жирной, комбинированной, возможно, но склонной к такой чрезмерной жирности в холодное время года для дневного использования. И я даже не пользовалась никаким увлажняющим кремом поверх вот этих двух штук. Единственная претензия у меня к вот этому дозатору, к вот этой пипетке. Она как бы за один раз не набирает достаточное количество средства, которое я могла бы распределить по лицу, на шею и на область декольте. Поэтому мне надо вот прям 2-3 раза повторить все действия, и тогда все прекрасно. Средства расходуются максимально медленно. И никогда бы не подумала, что меня настолько захватят корейцы. Да, моя кожа как-то лучше себя ощущает после средств корейского производства. Но я пробую всякое разное, вы знаете. Дальше. Я несколько раз говорила о том, что мне очень нравится витамин С. Господи, я влюблена в сыворотку от Kiehl's, но там довольно высокая концентрация витамина С, 12,5%. Если вы новичок, то вам будет жечь кожу, у вас появится шелушение. Но на мне она работает волшебно. Вот благодаря витамину С у меня ровный цвет лица летом, у меня нет новых пигментных пятен. Конечно же, я всегда пользуюсь SPF, и сыворотка от Kiehl's, она еще увлажняет кожу. Я не знаю, что они туда намешали, но я уже использую вторую баночку, и я прям в восторге. Мне сейчас сложно будет перейти на что-то другое. Не исключено, что я просто отставлю все и буду пользоваться своим уходом. Просто, в общем, буду пробовать, буду потом с вами делиться. Вот эта сыворотка от Insta Natural с витамином С, с гиалуроновой кислотой, с фируловой кислотой, она очень легкая. Если вы хотите с чего-то начать, можете попробовать, вашей коже будет комфортно, но не факт, что будет прям такой вау результат, как у меня от Kiehl's. У меня нет черных точек, обычно у меня после лета, когда я не пользуюсь там кислотами, да, какие-то бугорки, какие-то неровности, какие-то там штуки непонятные, сейчас же все прекрасно. Вот эта сыворотка, она все-таки более безопасная. Я не могу сказать, что состояние кожи ухудшилось, когда я пользовалась только вот этой сывороткой. Но мне нравится, что Kiehl's дает мне вот это дополнительное увлажнение. Вот эта сыворотка очень быстро впитывается, и после нее мне прям сразу хочется нанести крем. И вот эту сыворотку я отвезу своей маме, так как я нашла своего любимца. И когда мы были в Турции, мне показалось, что у меня назревает пигментное пятнышко. Я тогда вообще просто стала избегать солнца и пользовалась прям активно сывороткой от Kiehl's на одно место, где появилось... Почему я показываю здесь? Это было над губой. Прям активно втирала сыворотку и утром, и вечером, и все прошло. Поэтому, если у вас что-то легкое, попробуйте витамин С. Не факт, что это спасет от пигментных пятен, но это меньшее зло, скажем так. И то, глядя на что у меня прям сильно чешутся руки, это сыворотка от бренда Claire's. Она тоже идет с витамином С, с экстрактом юзу, с центеллой азиатской, которая благотворно влияет на разные высыпания, заживляет ранки. Здесь 5% вот этой аскорбиновой кислоты. Если вы меня спросите, зачем я столько всего разного накупила, если я довольна своей волшебной сывороткой от Kiehl's, там очень высокая концентрация витамина С. И мне хочется сделать перерыв для того, чтобы моя кожа не привыкала. К тому же я планирую использовать витамин С каждый день и несколько раз в неделю делать какой-то легкий, ну или кислотный пилинг, или кислотную маску, или наносить какой-то крем тоже с кислотой. Вот несколько раз в неделю, мне кажется, что этого будет достаточно. Сыворотка выглядит таким образом, то есть непримечательная, но я пробовала несколько средств от Claire's. Постоянно хочется сказать Kiehl's, не знаю, это нормально или нет. И мне понравилось. Они универсальны, они подходят. У меня был крем и тоник, вот классные средства. Не бюджетные, но их надолго хватает. Я до сих пор не допользовала свой увлажняющий тоник от Claire's. Классный, я прям очень довольна. И вот эта сыворотка будет первой, которая заменит мне мою любимицу от Kiehl's. На нее были настолько восторженные отзывы в сети, что я не смогла устоять и купила. Ну, посмотрим, потом расскажу вам. И вот забыла вам показать крем тоже от бренда Papa Recipe. И он называется Bumby Honey Moist Cream. Он обещает быть очень легким. И вот, знаете, в корейских средствах я балдею от того, что они пишут легкое, но супер какое-то действенное. И это действительно так. Вот у них такие совершенно другие текстуры, которые не перегружают кожу. Я заметила, что у меня гораздо меньше забиваются поры, меньше черных точек.
И в сочетании с какими-то другими средствами, которые я внедряю не корейского производства, они работают фантастически. И вот крем здесь стандартный, 50 мл. Это не стекло, а пластик. И смотрите. У него просто какая-то странная текстура, как будто гелевая, но чуть-чуть взбитая. Я в шоке. Наносишь его, и он действительно как будто начинает таять. И в нем нет яркой отдушки меда. Я вообще ничего медового здесь не ощущаю. И вот это то, чего я опасалась после того, как первый раз воспользовалась маской. Думаю, о нет, я заказала все медовое, зимой я задохнусь. Нет. И вот прям какая-то прохлада, и вот это супер увлажнение на день, поверх кислот каких-то. Классное средство, в общем, буду всем этим пользоваться. Прям с воодушевлением рассказываю. Блин, тает крем, и таю я. Я понимаю, что уже и платье прилипло, и волосы. Но ничего, мы продолжаем. На iHerb появился бренд It's Skin. Я никак не могу поймать их чудодейственную сыворотку с витамином С. Говорят, что она ничем не уступает более дорогим. Я обязательно это сделаю, но позже, когда у меня хоть что-то закончится. А я сниму для вас пустые баночки, и вы посмотрите, что да. Я могла себе позволить прям конкретные покупки. И вот эта вот увлажняющая сыворотка, она тоже очень многим подходит. Она настолько универсальная, ее можно использовать под любой крем. Здесь 30 мл. И она почему-то вот кажется мне больше, чем все остальные. У меня закончилась сыворотка от La Roche-Posay. Я искала что-то с гиалуронкой, что-то, что я смогу использовать под макияж, под крем, то есть в качестве дневного ухода. И вот на осень взяла вот эту. Не исключено, что я не закажу от SkinCeuticals, так как это что-то проверенное, но пока что сосредоточусь на вот этой. Почему я не буду пользоваться Pyunkang Gyul? Потому что, господи, такое страшное название. Потому что мне кажется, что вот этого мне будет недостаточно, так как зимой и осенью у меня более сухая кожа или склонная к сухости, и после кислот вот этого лично мне будет недостаточно. Так что я сейчас вот еще месяцок попользуюсь этими средствами, а дальше буду переходить на вот эти. Просто вы просили заранее показать, что я купила, что я выбираю, вот делюсь. И бенз. И из кислот. Из кислот, девчонки, пока что у меня будет только витамин С, вот этот ночной пилинг. И посмотрим. Я купила себе вот такое средство от корейского бренда By Wish Trend. Но если вы ищете что-то с небольшой концентрацией кислот, то на iHerb есть классный тоник с гликолевой кислотой у бренда Pixi. Там тоже есть 5% кислоты. И если вы хотите начать чем-то пользоваться, то есть вы готовите свою кожу к чему-то более конкретному, или вы просто хотите попробовать, то вот такие легкие, относительно легкие, но действенные средства можно внедрять уже с начала сентября, потому что тогда уже солнце не настолько активное, но SPF никто не отменял. Вот это бренд By Wish Trend. У меня есть их энзимная пудра, которой я очень довольна, поэтому я вообще без каких-либо сомнений заказала их тоник. Его тоже очень многие хвалят. Выглядит он таким образом. Здесь 5% миндальной кислоты. Я знаю свою кожу, я знаю, к чему она склонна, к чему нет. Поэтому я начну им пользоваться уже сегодня вечером. Да, такого плана средства я бы советовала использовать вечером. Если вдруг что-то пойдет не так и он мне не подойдет, то я закажу еще раз тоник Pixi. У меня была небольшая миниатюра, я покупала в Sephora в нашей. И мне очень понравилось, поэтому если вдруг что, то мне есть на что переключиться. И еще, вы знаете, бренд Pixi прислал мне свои новинки, и вот это вот то, что мне будет очень интересно попробовать вместо или в качестве чего-то более активного, я имею в виду вот этот ночной пилинг, это тоже ночная сыворотка, и здесь 10% гликолевой кислоты. На iHerb, кстати, тоже есть крем, я оставлю все ссылки внизу, с 5% и с 10% гликолевой кислоты. И вот можете начать с тоника, попользуйтесь месяц, потом перейдите на крем с 5%, не все сразу. Все сразу, мне кажется, это too much. И потом можно закончить, к примеру, кремом с 10% какой-то кислоты. Это просто как вариант. Если бы мне не хотелось заморачиваться, я пошла бы по такому простому пути, о котором сказала только что. И, девчонки, еще раз скажу о том, что вот этот крем
обалденные. Особенно если у вас такая уставшая кожа, если на ней появилась какая-то сухость. Я вот замечаю, что у меня после лета есть такие как бы сухие морщинки. Коже не хватает вот этого пламп-эффекта, и я просто о нем забыла. Я забыла его заказать. Сейчас, по-моему, изменилась упаковка. Это Skin Eternal Cream. Здесь липолиевая кислота, коэнзим Q10, какие-то кислоты, DMAE. Я очень подробно рассказывала о нем в своих фаворитах года. И у него приятный запах. Он уже подпортился. Ну, то есть я просто вскрыла его практически год тому назад, поэтому я не буду им пользоваться. Здесь хороший чистый состав, поэтому если захочу к нему вернуться, закажу новую баночку. Если бы моя душа не требовала каких-то новинок, пробовать что-то там, экспериментировать, я бы заказала этот крем, использовала бы его несколько раз в неделю и не знала бы печали. После него кожа вот такая, знаете, плотненькая, упругая, она ровная, прям текстура выравнивается, он убирает какие-то покраснения, постакне. Ну, в общем, это как действенная сыворотка и классный питательный крем 2 в 1. Можете пользоваться и каждый день вечером, но тоже утром обязательно SPF, даже зимой. Просто напоминаю, и мне кажется, что не стоит брать большую баночку, так как вот этой вам с головой хватит на весь сезон. И своей маме на зиму я взяла крем с ретинолом. Сначала я думала, оставлю его себе, но сейчас я смотрю на свою кожу и, наверное, это просто слишком, да? Не надо переусердствовать. Это крем от бренда Life Flow. Очень красивая баночка. Здесь 1% ретинола. Это самая высокая концентрация ретинола, которую вы можете купить без рецепта, без назначения доктора, скажем так. И у меня когда-то был этот крем. Он очень хорошо питает кожу. Но он настолько действенный, а тогда я только начала пользоваться кислотами, где-то увидела этот крем, по совету кого-то из блогеров заказала и не учла того, что моя кожа может быть не готова к чему-то такому. И у меня были очень сильные шелушения. Если наносить на что-то увлажняющее, на какой-то тоник, если вы знаете, что у вас плотная кожа, она не реагирует, вы знаете, бывает тоненькая кожа, которой чуть-чуть дотронешься, она вся красная, прям в шоке, а бывает плотная, ее там скрабом трешь, потом еще проходишься тоником с какой-то кислотой, и хоть бы что, у меня не такая кожа, у моей мамы тоже, но я знаю, что на моей маме будет виден результат, если все постепенно ввести. Я хочу, чтобы она где-то до октября попользовалась сывороткой с витамином С от Insta Natural. Дальше вот такой сывороткой с ретинолом, Serum Diapity. Я тоже ее использовала в прошлом году. И вот если с кислотой что-то пойдет не так или мне станет скучно, я тоже закажу вот эту сыворотку. После нее кожа напитанная, она такая свеженькая, отшелушенная. Она не то чтобы сияет, но видно, что кожа просто обновляется в сочетании с классным питательным кремом. Все прекрасно, но я потом расскажу, чем конкретно я буду пользоваться. Просто говорю, что маме беру вот эту сыворотку, и потом где-то уже с января, наверное, она перейдет на вот этот крем, так как он предназначен для такого прям мощного обновления кожи. Слушайте, это еще не все, но я показала вам именно свои приобретения. Мне также прислали новинки от бренда Benton. У них сейчас вышла целая линейка, направленная на увлажнение. У меня есть сыворотка, крем и тоник. Там есть увлажняющий. Принесла. Да, вот. Из их линейки с какао. Но я не читала составы, зная Benton. Они не должны меня разочаровать. Просто говорю, что что-то такое у меня есть. Получила посылку от них 2 дня тому назад. Еще не открывала, ничего не видела. И я обязательно подготовлю для вас видео о уходе и также о мастхэвах на... Чуть не сказала весну и лето, надо переключаться. Но уже после того, как вернусь из Украины. Ух ты, какая красивая баночка. Да, упаковки у Benton мне тоже нравятся, но главное то, как это все влияет на нашу кожу. Я надеюсь, что вам было интересно. И, девчонки, вопрос, который меня немножко волнует. Я снимала несколько видео на тему кислот. Мне кажется, что я достаточно осветила эту тему, но, пожалуйста, напишите, что конкретно вам непонятно. Потому что вы постоянно меня спрашиваете: Оль, расскажи, как правильно пользоваться кислотами. А, вы или не смотрели мои видео, которые я именно посвящала кислотам. Б, что-то еще непонятно. Если вас интересует вариант Б, что-то еще непонятно, напишите, что именно. Потому что мне кажется, что я уже передала вам свои базовые знания. Возможно, стоит подойти к этому вопросу таким образом. Знаете, схема А,
Если вы новичок, что зачем использовать? Схема Б, схема С, на все случаи жизни. Я перепробовала очень много разных комбинаций. Может, такое видео будет вам полезно. Я стараюсь для вас, поэтому, пожалуйста, отпишитесь, чего не хватает именно вам, что непонятно. Я буду готовиться и где-то, наверное, в октябре, в начале октября или в конце сентября что-то такое запишу. Все, девчонки, это атас. Как жарко. Хочется раздеться, ну, как минимум, выключить вот эти лампы. Все, всех целую, обнимаю. Не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, если вам было интересно, если вы узнали что-то новое. И просто в качестве моральной поддержки за то, что я сижу практически в сауне с макияжем, одетая. Все, всех целую, обнимаю. Хорошего вам настроения. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.